Доброе утро! Тех, кто привык начинать свой день с кофе, можно разделить на две группы. Одни предпочитают молотый кофе, другие – растворимый. Последний не требует варки, экономит время и, согласно исследованиям ученых, ничем не уступает в свойствах своему классическому молотому собрату. А кто подарил его миру? История кофе как напитка начинается много веков назад, но растворимая его версия впервые появилась в 1890 году в Новой Зеландии. Некий Дэвид Стрэнг собрал остатки сухой кофейной гущи из чашки, перемолол в пыль и снова заварил. В 1901-м японский химик Сатори Като придумал собственную технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе. В основе его новинки была технология производства растворимого чая, которую он же наладил несколькими годами ранее. Наконец, в 1906-м в Англии появился первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе под маркой Red E Coffee. Его включили в сухпайок американских солдат во время Первой мировой. Они и стали его популяризаторами. Качество Red E Coffee, конечно, оставляло желать лучшего, но он оказывал на организм бодрящий эффект, поэтому военные жевали его сухим или пили, разведя холодной водой. В 30-е годы прошлого века швейцарский химик Макс Моргенталер создал кофейный кубик, который сохранял все свойства кофейных зерен и долго хранился. Чтобы получить любимый напиток, достаточно было просто добавить воды. Сегодня из общей массы продаваемого в мире кофе 13% приходится именно на растворимый. Он может быть порошковым, в гранулах или сублимированным. В растворимом кофе кофеина меньше, чем в молотом. И все же злоупотреблять им не стоит. Он серьезно влияет на артериальное давление. Когда в следующий раз решите устроить кофе-паузу и выберете растворимый вариант напитка, мысленно поблагодарите его создателя, британского химика Джорджа Вашингтона. Он дал нам возможность быстро и легко взбодриться и тем самым изменил наш мир.